Мотоцикл BSA G14. Компания BSA, расположенная в городе Бирмингем, выпустила свой первый мотоцикл с нижнеклапанным V-образным двигателем в 1919 году. Это была 770-кубовая модель Е. В 1922 году компания освоила также производство 986-кубового мотоцикла, получившего индекс F, а после модернизации 24 года индекс G. До 1936 года обозначения моделей мотоциклов BSA имели двойной числовой индекс, который каждый год менялся. А с 1936 года, с освоением следующего модельного ряда, каждая машина получила свое собственное наименование. Так, сначала модель G имела индексы типа G30-16 или G34-14. С 1936 года стала называться просто G14. Таким образом, хотя и принято считать годом отчета истории BSA G14 1936 год, его родословная тянется еще с 20-х годов. Несмотря на то, что G14 представлялся в варианте соло или с коляской, основным его предназначением была роль рабочей лошадки, то есть перевозка тяжелых грузов в коляске. Мощный двигатель предполагал комфортную езду для водителя, в том числе по труднопроходимой местности. В 1930-е годы мотоциклы, подобные модели G14, не относили к категории крузер, хотя по современным меркам он обладал всеми соответствующими характеристиками, то есть дополнительный крутящий момент, который достигался в том числе за счет маховиков, длинная колесная база, отогнутый назад руль, большие шины, много хрома и низкое расположение сидения. Интересной особенностью G14 была его рама. Основа была изготовлена из кованой стали и весила внушительные 16 кг. Верхняя и подсидельная части рамы также были кованые. Кованая сталь редко использовалась в конструкциях мотоциклов, за исключением разве что шатунов. Хотя давно известно, что кованая деталь намного прочнее, чем литая. Подобная практика применялась чаще при изготовлении оружия, чем изначально и занималась BSA. В 1937 году Голландия расторгла контракт с BMW на поставку военных мотоциклов и переключилась на сотрудничество с BSA, заключив один из самых крупных контрактов за историю работы с иностранными поставщиками. За 2 года до немецкой оккупации BSA поставила в голландскую армию более 1750 мотоциклов моделей M13 и G14. На данной фотографии, которая сейчас показывается, вы видите голландских солдат на BSA G14 в 1940 году. Помимо Голландии, армейская версия G14 поставлялась в довоенные годы также в Ирландию, Индию и Южную Африку, а также в Швецию. Во время Второй мировой войны компания BSA была одним из крупнейших поставщиков мототехники в британскую армию. Из 425 тысяч мотоциклов 126 334 были произведены в Бирмингеме, однако это были в основном одноцилиндровые машины, выбранные за счет дешевизны производства и простоты эксплуатации. Что же до модели G14, ее производство закончилось в 1940 году. Характеристики данного мотоцикла были следующие. Двигатель двухцилиндровый, V-образный, нижнеклапанный, объемом 986 см кубических. Диаметр и ход поршня 80 на 98 мм. Мощность 25 лошадиных сил при 3800 оборотах на минуту. Электрооборудование рассчитано на 6 вольт. Коробка передач 4-ступенчатая, сцепление многотарельчатое, дисковое. Тормоза барабанные, размеры колес 4 на 18 дюймов. Масса мотоцикла 191 кг. Емкость бензобака 17 литров. Максимальная скорость 104 км в час. Таким вот был весьма интересный мотоцикл компании BSA под названием BSA G14. На этом все. До новых встреч!